Но я не рекомендую быть судьей, и тем более вершителем правосудия. Это очень опасно. Вот. Потому что Библия нас призывает к тому, чтобы мы не судили, и не судим и будем. Но опять же, если мы видим конкретное беззаконие, то Слово Божие нас учит. Сначала обличить один на один, если человек не понял, то в данном случае обличать пастора один на один уже, наверное, и нет смысла, то наверняка есть какое-то руководство. Я не знаю, может быть, вы находитесь в каком-то объединении или там в апостольском движении. Ну, над вашим пастором все равно же есть какой-то еще главный человек. И необходимо, наверное, все-таки лучше принести эту информацию туда. Причем желательно при свидетелях. Вот. И тогда уже пусть как-то этот вопрос решается. Но быть вот этим вот судьей и вершить правосудие не рекомендую. Очень такой опасный метод.